Джакомо Стегали Италии. Джакомо Стегале и Мелисса Декстер, пара номер 29, Италия. Прошу готовить к этому чемпионату. Возможность танцевать в России на официальном чемпионате вдохновляла. Желаю вам успеха. Сергей Рыбин, Елена Хворова, пара на 41, Российских Завершается самбо, и мы посмотрим, конечно, очень интересно. Это о том, что не очень хорошее настроение было в этот момент у Алана Тонсберга и Рипи Китов. После второго танца Алан был огорчен своими оценками, решил закончить свое выступление. Я подошел к нему и сказал: «Алан, в этом зале тысячи людей, которые любят тебя, и ты приехал танцевать для публики. Ты артист, танцуй не для судей, если тебе нравятся их оценки». И он вышел на паркет, мы благодарны ему за это. Я по-прежнему считаю, что те оценки, которые были ему поставлены судьями, они справедливы.
Приобрели все-таки они с великой чертой формы, которые необходимы для чемпионата, для спортивно-танцевальных соревнований. По-прежнему Алан замечательный танцор и артист, но законы турнира несколько иные. Он продолжает турнир, и мы любуемся румбой финалистов. Соперники Пол Кирик и Ханна Катонен, и все будет решаться в последнем танце в джайве. Но вы помните, мы говорили о том, что у Брайана и Кармен великолепный джайв, присущие их характеру, страстность, темперамент, ритм, природный ритм Брайана всегда давал возможность выигрывать этот танец, который завершает каждый финал. Посмотрим, получится ли это в этот раз. Ну а Сергей и Елена просто счастливы, потому что в этом финале было открытое судейство, они видели свои оценки, они понимают, что они выиграли приз. Итак, джайв. Последний танец чемпионата Европы в Санкт-Петербурге. Он завершился, впереди нас с вами ждет только награждение, возможно, танец победителей. А сейчас мы с вами вот спорт-пак. Это достаточно нервное соревнование, мы были свидетелями этому, и мы благодарны, что и Алан, и Вибик, и приняли участие в этом турнире. Год тому назад, завершая выступление, Алан сказал мне, что все-таки была у меня мечта танцевать на чемпионате Европы в России. Он приехал сюда, может быть, не совсем удачный для него были результаты, но благодарны ему, великий танцор, и спасибо ему, что он принял участие в этом турнире. Ну, а это уже такая помощь им. Мы озвучивали то, что делают танцоры. Теперь уже четырехкратные чемпионы Европы Брайан Уотсон и Кармен Винчелли. Знаете, приятно видеть вот эти приветствия, как приветствуют те пары, которые буквально несколько минут тому назад. Мы их видели в остром соперничестве, и сейчас они так тепло поздравляют друг друга. Я думаю, что это хорошо. Чемпионы Европы 2002 года по латиноамериканским танцам среди профессионалов в Санкт-Петербурге Брайан Уотсон и Кармен, Германия. Что ж, давайте поздравим победителей чемпионата России и победителей чемпионата Европы с этим успехом. Поздравим организаторов. Мне кажется, даже счастливая возможность увидеть не только танец победителя, но победителей. Мы, как организаторы этого турнира, решили, что было бы справедливо, чтобы все три пары, бронзовые, серебряные призеры и чемпионы Европы, исполнили бы свой танец уже по завершению турнира в качестве для себя очень счастливого. Впервые бронзовыми призерами стали представители России. Вновь вторые полпика Ханна Кармен и вновь сильнейшие на континенте Брайан и Кармен. Давайте посмотрим, как танцевали эти пары уже после награждения.
над Фигарал Басан. Nehadele tanto canto e la vita le scanta. Il latido la dijo, tus palabras son verdad. Pero la vida no es solo, es vivir para trabajar. E dije, antes yo también. Сергей Рёд и Елена Хворова. Бронзовые призеры чемпионата Европы по латиноамериканским танцам среди профессионалов. Ну а румба в исполнении Пола и Ханны — это что-то удивительное. Давайте наслаждаться этим танцем. Потрясающая музыка, потрясающая пара. Удивительно красивую и нежную атмосферу этого танца нельзя ни с чем сравнить. Придите завтра, и вы увидите их потрясающе. Неоднократно говорил о его уверенности в себе, о его чемпионском характере. И этот чемпионат он выиграл. Так почти, что он был уверен, что он его выиграет. Я вспоминаю, как два года тому назад, сейчас уже 2,5 года тому назад, в Японии, перед финалом чемпионата мира в Токио, каждая пара, участвующие в финале, давала маленькое интервью после представления. И вот соперники Брайана и Кармен, Юка Хапалайнен и Сирпа Суутари, когда их спросили, они очень вежливо рассказали о соперниках, что здесь замечательные пары, здесь Брайан и Кармен. В свою очередь, когда спросили об этом Брайана, он сказал: соперники? Какие соперники? У меня соперник только один, я сам. Вы знаете, это не было каким-то нахальством. Это было просто таким наивным представлением о его абсолютной, стопроцентной уверенности в себе как чемпионе. И мы часто это наблюдаем в его танце. Чемпион мира, чемпион Европы. Брайан Уотсон и его потрясающая партнерша Кармен. И их чемпионский танец. Брайан Уотсон и Кармен. Well then, kiss me. Yeah, kiss me, honey, honey, kiss me.
Следующие два танца, но в джайве они проиграли. А вот румба и пасодобль – это те танцы, в которых они иногда просто непобедимы. И непобедимы просто потому, что это удивительное глубокое проникновение в эту музыку, в эту хореографию, в эти чувства. Это румба Ханна Картунен и Пол Киллик.
I've seen this actress.